Жара Events. Журнал Hello сегодня в 13-й раз вручает премию самым стильным звездам. Большинство из них, кстати, выросло в Советском Союзе, поэтому чувство вкуса у них сформировалось совсем недавно. Кто тебе прививал вот это вот понятие вкуса, стиля, или оно само сформировалось? Ну, мне кажется, что формирует его даже не семья, а именно социум, друзья, с которыми ты общаешься. Стиль, как себя воспитать? Чувство вкуса? Ты знаешь, достаточно того, что есть прекрасные образцы стиля среди западных артистов, на кого мы всегда можем равняться. На кого? На кого я равняюсь? Но если смотреть на мой сегодняшний внешний вид, это я равняюсь просто на свое чутье, выработанное годами. Брэд Питт, Дэвид Бекхэм. Ну, женщины меня тоже сейчас поддержат. Потому что иногда им достаточно просто надеть пиджак на майку и выглядеть очень-очень круто. Мне очень повезло, моя мама умела шить, вязать, вышивать и делать все, что угодно. Была вся подписка журнала «Бурда Моден». Я любил кино очень. Какой? Мне, ну, разные. Джеймс Бонда все смотрели, дети, мне кажется. Рэмбо. Я что-то нашел между Бондом и Рэмбо. Путешествия, книжки, фильмы. Музей. Развивайтесь. Читайте. Больше образования, больше вкуса. Меня мама одевала всегда и до сих пор пытается это делать. Периодически получается. Вас одевать? Да, конечно. Я работаю со стилистами. И периодически у меня бывает ощущение, что я могу пойти в магазин, и я знаю, что я хочу себе купить. Получать премию – это всегда ласково, но, честно, нельзя как бы ориентироваться в жизни. И премия не должна быть показателем какого-то успеха. Она всегда как спеть. Как-то вам в детстве прививали чувство стиля, вкуса, или он сам сформировался так волшебно? Ну, это и дело воспитания, а потом и этих решений, которые человек принимает в своей жизни, которые его формируют. Светлана, ну вы сегодня просто впорхнули и все замерли. Это какой-то, какая-то традиция, принцип всегда в красном появляться. Это многолетняя традиция, ну как многолетняя, самая стильная, уже 13 лет. А традиция одевать красное платье от российских дизайнеров последние лет 5. Это специальный шедевр, который придумал для этого вечера для меня Валентин Юдашкин. В том году был Ахмадулин, был Саша Терехов. Ну, то есть это именитые, известные дизайнеры, ну и плюс к этому мои друзья. То есть это такая коллаборация, эти люди хорошо меня знают, чувствуют и делают что-то специальное для меня. Сами себя наряжаете на церемонии? Ну, в этот раз так получилось, да, что я просто как-то сама собралась. Вы из тех, кто тоже, да, сегодня отказался от каблуков? Я не могу даже вам объяснить какое-то ощущение, что так надоело оголяться, что просто нет сил. Какого-то хочется уже антисекса в внешнем виде. Просто как бы отдохнуть, видимо, от каких-то супер откровенных нарядов. Это вдохновилась ты Ким Кардашьян или... Нет, Леной Темниковой я вдохновляюсь исключительно. Вот, и поспорили с People Talk с Лаурой Джугели о том, что я сегодня приду в каком-то таком образе. Я не скажу им, не хочу, не буду это одевать. Одену то, что дадут. И да, я вот сегодня была обычно я всегда вмешиваюсь в свой естественный образ. А сегодня я молчала. Поэтому вот сегодня такая... У меня как ощущение? Отлично. Ну, я, в принципе, актриса, поэтому мне любое перевоплощение, оно для меня... We'll be right back.
очередная премия «Самый стильный», и вы вновь пришли. Я облажался. Нет, наоборот, почему вот так много премий стильных, и всегда я вас встречаю? О чем это говорит? Не знаю, меня, видимо, я в рассылку попадаю каким-то образом, странно. А вот не бывает, что вы открываете эту рассылку и думаете, да ну нафиг, останусь дома в спортивном костюме, никуда не пойду? Я практически в нем пришел. Я прихожу в гардероб, открываю, у меня там есть черное, опять черное, еще много черного. Я никак не могу выбрать, какое черное сегодня мне подойдет какое больше. 50 оттенков черного. Этим рождаются. Можно прививать вкус, можно окружать. Я по своему ребенку знаю. Он у меня современный парень, но он далек от фэшена, независимо от, несмотря на то, что фэшен окружает его постоянно. Ты не привил ему страсть. Ты знаешь, это очень сложно. Я ему говорю, он на тебе, пап, нравится. Я надеваю, это не мое. Будешь ли ты как-то прививать вкус Оливии, или она должна сама? Как ни странно, у нее вообще, то есть у меня сейчас такая тактика, что даже вот если ее одевать, то я у нее, вот я беру там несколько, например, три платья там, или три там верха, и показываю, какой ты хочешь. И она сама уже выбирает. И она всегда так прикольно выбирает, то есть то, что вот мне хочется, она именно это говорит. Мне не прививали, я сама его себе прививала. А по поводу дочки это очень сложно, потому что много подарков от бабушек и дедушек. Не и все такое стыдно. Разное. Все такое разное. Очень сложно одевать Сашку так, как я хочу. Очень такой вопрос правильный. И почему-то он попал в точку, потому что именно сейчас ей 8 лет. И я целыми днями хожу, думаю, как же ей вот это привить? Как же вот воспитание? То есть нужно уже каждый день мне что-то говорить. Ты забудь о том, чтобы у нее именно развились такие правильные черты характера. Но, если честно, без фанатизма. Журналы не заставляете листать? Да? Нет, они как-то так сами, видимо, где-то листают, где-то что-то смотрят, подсматривают. И когда мы куда-то собираемся, безусловно, там я в конечном там, итоге оглядываю всех, но у них какие-то свои уже вкусовые пристрастия. Дело в том, что дети у меня такие все с характерами. Мне казалось, что моя дочка обязательно будет любить платье и все тому подобное, но оказалось, что не так. Моя дочка очень любит танцевать, она очень любит акробатику, и платья не канают. Только леггинсы, джинсы и что-то такое, чтобы ей было удобно ходить колесом или садиться на шпагат. Я очень люблю эту премию, с удовольствием сюда прихожу. Во-первых, здесь все самые красивые, все самые стильные, все как-то особенно к ней готовятся. Вот, поэтому здесь просто приятно находиться, здесь всегда выступают одни из топовых артистов, то есть это концерт, поэтому большое спасибо премии «Холод». Жара Ивенс.